Привет! Я хочу сделать себе гамбургер. Для этого я взяла, по-моему, все ингредиенты, которые нужны. Фарш на котлетки, листы капусты, помидор, лук и булочка. Теперь все это нужно мне нарезать, сделать все так, чтобы это можно было кушать. Все готово. У меня есть соус, обжаренный лук в томате. Я ничего такого острого не хочу сейчас, потому что у меня будет лук замаринованный. У меня уже готов помидор, листья салата. Сделала котлетку, ну и предварительно порезала булку. Теперь это все нужно укомплектовать. Я, если честно, даже не знаю, как их делают на самом деле, эти гамбургеры. Но как-то где-то чего-то, я думаю, у меня получится. На нижнюю булочку я ложу соус, так называемый. Потом маринованный лук, помидор, листок капусты и котлетку. Снова маринованный лук. Верхнюю булочку я тоже немножко намажу соусом. И также на верхнюю булочку положу немного лука. Ложу сверху наши котлетки еще одну порцию салата и верхнюю булочку. Теперь мы это все попробуем. Многовато маринованного лука, конечно, но вкусно. Это натурпродукт. Такой, знаете, для людей, которые любят все домашненькое. Это было очень вкусно, но не по-макдональдски. В общем, не как в Макдональдсе. Потому что в котлете нет кучи приправ, усилителей вкуса. Но в целом я наелась, мне понравилось. Так что дома, в принципе, можно сделать все самим. И по денежным затратам это выходит дешевле, чем пойти сходить в Макдональдс.